Идем к морю. Вот такая красота. Сейчас утро. Вот пошли наши соседи из Киева. У них 3 девочки. Сейчас аккумулятор стоит. Вот как красиво. Это летняя площадка для просмотра фильмов, анимационных мероприятий. Это по правую сторону, по левую сторону идут корпуса. Вот такие шикарные корпуса. В данный момент проходим мимо детского бассейна. Очень красивые горки для деток. Очень красивые. Сейчас утро, 8:00 утра. Мы уже позавтракали. Завтрак был очень вкусный. Вот такие здесь растения очень красивые. Все в цветах, в зелени. Просто как в сказке. Я говорю, маленький рай. Очень много бассейнов. Очень много. Все бассейны с подогревом. Очень много ресторанов. Разная европейская, азиатская кухня. Также очень много баров. Бары расположены по всей территории. Очень много и на море, и на территории. Вот подходим к аквапарку. Большое количество горок. Вот такая красотень. Очень красиво. Идем по территории аквапарка. Такая красотища. Кругом пальмы, цветы. Очень много цветов растущих. Такие маленькие эксклюзивные деревца.
Вот подходим к детской площадке. Вот. Детская площадка. Сейчас покажу вам ближе, что у нас здесь есть. Слоники, пеликаны, такие барашки, качельки. Вот для деток. Горки. Вот такие домики. Ну, типа такого. Так как есть еще много разных для деток площадок, качелек на территории. Мы находимся у первой береговой линии. Наш отель Sunrise Aqua Joy. Вот на первой линии. Сейчас покажу вам. Небольшая такая парковая зона. Вот такая очень красивая. Тут также подвесные качельки по этой зоне. Вот такая красотень. Вот такая красота. Пальмы низкорослые. Такие очень красивые. Волейбольная площадка для любителей поиграть в волейбол. Также есть теннисный корт, есть бильярдная. И очень-очень много развлекательных центров, спа-салоны. Массажные кабинеты. Все, что угодно душе.